прошлом году бульвар на Чернореченской вошел в число победителей в рейтинговом голосовании за благоустройство по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента. Теперь это общественное пространство ждет комплексное обновление. Помимо благоустройства пешеходной зоны, здесь заменят коммуникации. Подрядчики уже приступили к работам. Их ход оценила глава города Елена Лапушкина и представители профильных ведомств. На выездном совещании обсудили с подрядчиками рабочие вопросы. Деревья мы по тротуарам с двух сторон санитарную вырезку сделали, аварийные убрали. Эти деревья практически все остаются. Вот они прям по трассе у нас стоят. На первом этапе заменят коммуникации, которые проходят под бульваром. Обновят газовое оборудование, электросети, систему водоснабжения и водоотведения, теплоносители. Новые коммуникации повысят надежность и качество водоснабжения для жителей. Произведен демонтаж старых лотков, демонтаж старой трубы. С завтрашнего дня у нас по графику планируется монтаж лотков с последующей укладкой и монтажом трубопровода. Полное обновление также коснется проезжей части и тротуаров от Спортивной до Владимирской. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Заменим бортовые камни, выставим в отметку все люка, дождеприемные решетки и уложим новый асфальт ЩМА-16 на ПБВ. Предусмотрены парковки. Также предусмотрена дополнительная полоса поворота направо, если ехать в сторону Владимирской перед Владимирской. Ведется сейчас реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия», которое расположено на улице Чернореченской. Глава Самары уверена, после обновления бульвар станет новым местом притяжения для самарцев и гостей города. Мы не просто придадим внешний лоск, красоту этому бульвару, не только придадим новой жизни, сделаем такой точкой притяжения, крайне важной для железнодорожного района и для Ленинского района. Ну и, в общем-то, наверное, на этой территории такой точкой роста появится, куда пойдут и в театр, куда придут просто погулять, провести хорошо время. Комплексное обновление бульвара на улице Чернореченской завершится уже в этом году. Галина Топилина, Константин Головин. События.